мальчики и девочки, это Кэтис городка Вискосвилл. Мы сегодня находимся в спиртном магазине. И вот у нас такой большой выбор разного-разного. Чего здесь только нету. Я пришла, как всегда, за шампанским. Последнее время я ничего не пью, кроме шампусика. Вот у нас какая красота. Вина на любой вкус. И цены та же. Так же. А это пошли наши горячительные напитки. Это здесь специальный холодильник. Кто хочет в холодильнике. Совсем уж холодненькое, охлажденное. Вот это у нас здесь очень популярно. Текилка. Такая бутылочка у нас стоит 38,99. Разновидности на любой вкус, на любой цвет. Я не особо понимаю в этом деле, но очень много интересного, очень много красивого. Пошли искать шампанское. Ищем шампанское. А это все вино. Ой, я на днях тут попробовала в ресторане сангрию. Сангрия была супер. Там на меня уже дядечки смотрят. Они здесь все в Америке очень болезненно относятся к съемкам. Очень болезненно. Поэтому сейчас меня, наверное, попросят на выход. Поэтому я с вами прощаюсь, мальчики и девочки. Всем хорошего настроения. Не пейте много алкоголя. Алкоголь хорошо в меру по праздникам. Пока-пока.